Так, как там делают все люди, которые пытаются хайпануть на банах, типа на сервере, да? Ах да, типа на-на-на-на-на, типа я сейчас такой поиграю на сервере такой, почему бы на нем и не поиграть, захожу на сервер, и я в бане, да. Как-то так, да. Ладно, ребят, всем привет, с вами Лев, вы как видите, у меня написано то, что забанил античит на 28 дней, 16 часов, это просто жесть. Это уже второй бан, только первый бан там где-то на 13 дней, что ли, был, я, если честно, не помню. Может, на 11, по-моему, где-то так, да. Это было уже давно, может, месяца 4-5 назад, я не знаю, да. Блин, ну... Меня, короче, забанили за читы. Мне кажется, почему-то то, что третий бан будет уже навсегда, да. Меня как бы забанило за чит, вот как-то так. И, в принципе, я хотел записать мини-режим от Experimental Egg Wars как раз, да. Ну, или какой-нибудь Lucky Wars, не знаю, ну, что мне записать, да. Да и просто поиграть хотел. Подожди, а почему сейчас у меня не появляется? Подождите, какая-то дичь. Ну, короче... меня забанили, это как-то, блин, перезавесело уже, потому что первый раз я реально расстроился, а сейчас как-то уже даже весело стало, да. Меня вот забанили, да, вот как-то так, да. Я играл просто на Skywars, и, ну, потом я вышел из сервера, и сегодня я захожу и увидел бан. То есть, меня не забанили в тот момент, когда я играл. И это уже второй раз, то есть, меня никогда не банили тогда, когда я играл, то есть во время игры, да, не знаю, может быть это специально сделано, чтобы ты офигел, да, ну ладно, вот как-то так, ребят, я играл на версии 1.8 Skywars, сервер для 1.12.2, только тут можно заходить на 1.8 и играть на некоторых мини-режимах, да, я играл Skywars на 1.8. Там можно пвпхаться, то есть ты переходишь на версию 1.12, и там пвп как на 1.12. Если на 1.8, там пвп как 1.8. Я не знаю, как это работает на Кубкрафте, но это как-то странно, если честно, да. Ну, не знаю, как это реально работает. Блин, ну, я думаю, вы понимаете, что я нифига не читер никакой, да. Можно даже, блин, мои стримы посмотреть, да, вот сейчас на экране появится. Блин, ну это как-то так вот получилось, да. Поэтому 30 дней не будет, короче, роликов на Кубкрафте, да. Точнее, 28 дней, 16 часов. Да, все, ребят, всем спасибо. Пока-пока, ребят.